Но в Якутске построят вторую очередь круглогодичной теплицы. На днях в рамках рабочего визита представителей японской корпорации «Хокко» в городе Якутске глава местной администрации Айсен Николаев встретился с ее представителями. Стороны обсудили вопросы реализации второго этапа инвестиционного проекта по строительству круглогодичного тепличного комплекса на территории села Сырдах. При строительстве второй очереди будут учтены все климатические особенности северного региона. Инвестпроект вошел в перечень ключевых российско-японских проектов по созданию тепличных комплексов на территории ТОСР Дальнего Востока. Ожидается, что когда комплекс выйдет на полную мощность, он на 40% сможет обеспечивать свежими овощами и зеленью населения столицы.